Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировский судья вошел в состав высшей экзаменационной комиссии. Решение о включении в ВЭК приняли на 10-м Всероссийском съезде судей, который прошел в столице. В нем приняла участие делегация из Кировской области в составе 11 человек. Всего в мероприятии участвовало 800 гостей со всех регионов страны. Они обсудили актуальные вопросы и проблемы судебной системы страны, наметили планы и задачи на будущее, сформировали новые составы федеральных органов судейского сообщества. В частности, была сформирована высшая экзаменационная комиссия по приему квалифицированного экзамена на должность судьи. В ней 21 человек, в том числе судья 2-го арбитражного апелляционного суда Павел Кононов. Членом ВЭК он стал уже в третий раз. Также председатель Кировского областного суда Константин Егоров избран членом Совета судей Российской Федерации. Экономика. Заключен контракт на строительство школы в Шевелях. По данным городской администрации, единственную заявку на строительство образовательного учреждения направила компания ТЭКС, входящая в группу «Железно». До этого 5 застройщиков от предложения построить школу в Слободе Шевели отказались. Земельный участок под возведение объекта уже сформирован. Школа по проекту рассчитана на 1600 человек. В ней также будет бассейн. Предполагается, что новое образовательное учреждение поможет разгрузить школы в центре Кирова, в частности, школы номер 10 и 14. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Защита от растраты ваших ресурсов и данные для трезвой оценки эффективности вашего бизнеса – это дает учет материалов. Как его внедрить? В ходе нашего совместного управленческого ликбеза рассказала руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. Шаг первый. Устанавливаем нормы расхода. Да, это будет сложно. В работу мы здесь возьмем с вами технологические карты. Мы рассчитываем нормы расходов материалов на каждую свою услугу. На втором шаге мы с вами ведем учет, сколько израсходовано за месяц. Сравниваем план и факт. Третьим шагом мы с вами настраиваем уже непосредственно учет. В Excel, в CRM-системе, ну и высший пилотаж учетной программы. В финале контроль в виде инвентаризации. Если вам все понятно, то пора приступать. А если не представляете, с чего начинать или как все собрать в конце, то записывайтесь на консультацию в «Бухгалтер и я». Номер телефона 213-112. Специалисты ответят на вопросы и не такой сложности. Программа Excel, возрастное ограничение 6+. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».